Внимание! Мы начинаем торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Последний раз это торжественное мероприятие проводилось в нашем городе и по всей России 2 года назад. И вот у Мемориала Победы вновь собрались жители города. Каждый хранит память о войне. В жизни многих она оставила тяжелый след. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, и всех, кого уже нет с нами. Сегодня правнукам и внукам поколения победителей необходимо высоко держать планку, которую подняли наши деды. Знаковым мероприятием на митинге стало вынесение Знамени Победы. Штурмовый флаг 150-го ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно его водрузили на крыше здания Рейхстага в Берлине. И, конечно, звучало много слов благодарности тем, кто самой дорогой ценой отвоевывал победу. Этот праздник всегда будет напоминать нам о подвиге советских людей. Миллионы советских людей подали жизни, защищая Отечество. Очень многие участники Великой Отечественной войны не дошли до сегодняшнего светлого праздника. Вечная им память и слава. А всем ныне живущим ветеранам, труженикам тыла, от всей души хочу пожелать самое главное – крепкого здоровья и огромного оптимизма. В завершении митинга хор отцов и сыновей под руководством Олега Першина исполнил главную композицию «День Победы». Песней они отразили чувство радости и гордости за выдержку и стойкость наших прадедов. Ксения Калугина, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.